Что тут скажешь? АК, она и есть АК. Надо отдать должное хозяину. Он довел машину до того состояния, в котором она стала выглядеть как маленький подрастающий джип. Сразу же выдает во владельца мечтателя, романтика, человека творческого. Если мы обойдем вокруг, то мы действительно увидим, что машина доработана каким-то определенным образом. То есть спереди мы видим, что у нас здесь специальная насадочка, чтобы можно было смело сбивать пешеходов. Я приглашаю вас в этот рай автомобилиста. По-другому я сказать не могу. Вот, посмотрите, как все продумано. Аэродинамика, есть определенные выступы. Да, они все, это для потоотделения. Сразу вот губка так впитывает в себя. Здесь есть некий тюнинг. Ну, давайте для тех, кто, может быть, только познает азы автомобилестроения, я скажу, что тюнинг – это некое улучшение автомобиля. Это может быть косметический, может быть, какой-то технический. Не буду сейчас подаваться в подробности. Посмотрите, вот здесь очень хорошо этот автомобиль тюнингован часами. Посмотрите, вот, пожалуйста, на часы. Причем это часы-загадка. Да, вы видите, что цифры здесь, я не знаю, ну, где-то наполовину показывают того, чего нужно, а наполовину совершенно не показывают того, чего нужно. Ни разу я ни на какой иностранной машине на охоту не ездил, на охоту езжу ее довольно часто, а вот на подобном автомобиле на охоту ездить не то что удобно, даже безопасно. Вот если мы сейчас попробуем снять, есть люк. Да, люк этот помогает во всем. Абсолютное удобство, понимаете? Вот если мы делаем какой-либо такой небольшой люк, он должен быть именно вот таким, абсолютно. Сюда никогда не залетит мошкара, потому что, ну, сами понимаете, обтекаемость. Далее, всегда есть свежий воздух, можно даже помогать рукой и загонять его в салон иногда, высовывать. Дядя Толя настолько увлекся исследованием автомобиля, что почти забыл о том, что АК еще и ездить умеет. Притом, как ездить. Мне кажется, это абсолютная машина. Она создана для вождения. Вот, друзья, что я могу сказать вам. Чувствую себя поистине настоящим мужчиной. Потому что не машина управляет тобой, а ты управляешь машиной. Ну как покатался? Ну, что я могу сказать? Понимаете, ощущаешь машину каждой частичкой своего тела. Я считаю, что наше родное автомобилестроение – лучшее автомобилестроение из всего родного автомобилестроения нашей страны. Оценка дяди Толи баклажана.